Первым делом давайте проверим осьминога. А сможет ли осьминог меня прикончить? Да ладно! Поставь лайк своим носом. Если ты поставил либо поставила, напиши в комментарии. Я смог, либо я смогла. Всем привет, друзья! С вами игрок Адор, добро пожаловать на новый ролик. И вы будете сейчас в шоке, потому что этот ролик будет очень крутым. Смотрите, что я нашел. Ребята, о да, я вернулся наконец-таки в Granny Chapter 2. Это онлайн-версия игры. И внучата, ну что, поставьте лайк прямо сейчас, или я за вами приду. Давайте, внученьки, ставьте лайк. Иди сюда. Короче, ребята, смотрите. Воу, сколько ребятишек тут. Ху, пришел сюда маленький мальчик. Ну что, вы в западне. Ай, внучат, ну-ка вылезли. Выходи. Воу, ты что делаешь? На тебе. Это тебе по башке за то, что ты на меня стал. Смотрите. Они реально медленно бегают. Я играю за бабку. Это новый режим в Роблоксе, это новая игра. Но эта игра пока что тестируется. Но я решил вам все равно показать Granny Chapter 2. Тут, кстати, еще не добавили, получается, дворик с ребенком. Но я думаю, это все исправимо. Да-да-да. Смотрите, тут картинки как в настоящей игре. Я могу играть за бабку. Это очень классно, очень. Так, смотрите, тут также такие вот комнаты. У меня бабка хромает. Это очень странно. Ладно, это не важно, в принципе. Ага, you need the security key. Я знаю. Вы где-то спрятались тут. Внучата. О, внучок. Ну что, ищешь какой-то предмет? Спасите. На тебе. Ну что, давай пойдем дальше, поищем кого-нибудь. Опа. О, я застряла в ванной. О, толстой стала немножко. Короче, теперь мне нужно найти еще 3 человека, получается, и поймать их. И этих внучков. О, здорово! Закройте дверь. На тебе. Эй, ты чё, куда пошел? На! Эй, внучок, ну-ка пришел сюда. Подождите, а что? Я нажимаю кнопку. И ничего не происходит? Странно. Смотрите, бабушка когда стоит, она что-то дергается. Как будто у нее паралич. О! Эй, внучок, ну-ка пришел сюда. А, о, внучок! Ты еще не вылез оттуда? Спасите! Кто-нибудь, не могу пробраться. Спасите кто-нибудь, пожалуйста. На тебе, будешь знать, внучок пердок. Так... Ну что, Грэндпа пока что нету. Скоро его добавят, поэтому не беспокойтесь. Ты хочешь его спасти? Ну давай, спасай. А, вставай. А, блин, он не стал. Так. Вот такая вот карта. Смотрите, давайте снизу посмотрим, что у нас есть. Смотрите, этот чувак хочет меня усыпить, но я ему не дам. Ах ты, блин, ладно, вали отсюда. Маленький какашка. Смотрите, это что такое? Новый проход какой-то? Круто, да? Смотрите. Прям проход для специально внучков. То есть они, чтобы выходили. Так, а что у нас тут? Ладно, уходи, внучок. Я посмотрю, что у нас в моем новом доме. Я тут не была. Первый раз я зашла. Кстати, смотрите, тут тоже есть вот такой вот проход. О, внучок. Ха, только вышел. Хотел... посмотреть, что за дом, и у него не получилось. Так. Ну-ка, давайте сходим к осьминогу. О, у бабки спинка болит, поэтому немножко наклоняется. Но ничего. Сейчас я спазмунгель куплю, и все будет хорошо. Спазмы все исчезнут. Ха-ха-ха. Или внучка отправлю, чтобы он пошел. Смотрите, ребята, а тут реально можно сделать концовочку? Или просто как бы муляжный этот лодочка стоит туда? А если я... можно сделать концовку! Очень круто! Очень круто то, что можно сделать, реально. А если мы упадем сюда? Тут есть осьминог, ну-ка. Смотрите, а на бабку-то не влияет этот осьминог. Этот внучок пришел меня стрелять. Пошел вон! Так, а что если я пойду сюда? Смотрите. Это сетка.
Она ничего не дает, решеточка стоит на месте. Ну, чтобы открыть эту решетку, нам нужно собрать лодочку. Внучок, ну-ка, о, блин. Ты какашечка маленькая, иди сюда. Ты все равно поймаю. Да, бабка, ты, конечно, даешь. Ну, чё даешь? Нужно поймать этих внучков. А чё? Ишь, ты решили сбежать. Ну, бабка, иди поймай, со своей скоростью, конечно же. Ну, поэтому у меня спина болит. Быстро бегала, спину надорвала. Так что не обращайте внимания. Да, ты спину надорвала, потому что быстро бегала. Конечно. Ну да, а ты что думал? Ох, внучок за экраном сидит, управляет мною. Ну да, а что? Мне же нужно показать новую карту, новую игру в Роблоксе. Подписчикам любимым. Каким подписчикам? Ты что, меня снимаешь? Ох, этот молодежь нынешняя. Ох, куда катится мир? Они совсем сдурели. Молодежь, молодежь. Так, внучок, давай ты поймаешь этих двоих, и все будет круто. Я пытаюсь, но не получается. Они взяли ломчик, хотят пройти. Куда они пошли? Эй, внучата! Эй, я тебя зову вообще-то, внучок. Так, ну... Они же сейчас делают концовочку, если ты не знала. Так, ну в принципе прикольно, да? Кстати, я был на втором этаже или нет? Я же не был! Точно, давай покажу! Давайте пока... А хотя нет, я же был. Что я несу? Ах, внучок, маразматик, как и я. Я маразматик, ты меня обзываешь, знаешь? А это статья. Какая статья? Никакой тут статьи нету. Ах, внучок, пинданрик. Что? Обзываться плохо, понятно, бабка, блин? Так, а почему я это открыть не могу? Это... Я не могу открыть эту дверь. Проклятая дверь! Не, ну в принципе, мне нравится. Нравится пока что эта игра. Так как мы можем играть за бабку, это очень круто. И можем играть за внучков. Подождите. У меня не работает кнопка Е. К чему это все? Это чтобы... Тут были очень много багов. Ну, это тестирующая игра, поэтому не обращайте внимания. Тут может быть баги, поэтому как-то, в принципе, нормально. Так, внучок, внучок, вон внучок, поймай его. Да подожди, у меня спинка надорвалась, не видишь, что ли? Ты совсем сдурел, блин. А, открыл пианино мое. Нельзя открывать пианино без разрешений. Внучок Андрик, сдурел совсем. Я тебе дам. Ну-ка, пришел сюда быстро. Внучок. На тебя. Ой, блин, а знаешь, что у тебя 2 минуты есть еще? Какие 2 минуты? Я не знала. Надо успеть за 2 минуты поймать всех. А то совсем дурели. Да, совсем дурели, точно. Так, подождите. О, внучандрика вижу, отлично. Давайте мы его так вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Супер. Энд, конец. Круто. Офигеть. Я поймал, ну, кстати, у нас тут есть поинты. У нас тут есть какие-то Б, это типа биткоины, что? Шоп, давайте зайдем. Смотрите, мы можем покупать. Инвентарь, Е. У нас пока тут вещей нет. Ну, это тестирующая игра, поэтому, ну, прям строго не судите. Тут, может быть, нету никаких еще вещей, и нету никаких там предметов, да, как говорится. Вот. Поэтому давайте мы выберем эту штуку. Смотрите, очень много внучков играет, да, в новую бабку. Кстати, а если тут добавить дедушку? Это будет вообще, наверное, круто. Как вы думаете? Так, давайте плеер. Пусть будет плеер. Бабка плеер. Я за то, чтобы бабка была плеером. Ну, один поставил бот. Не хотят, чтобы бабка была плеером. Что? Вы сдурели, что ли? Сейчас же этот бот вас перебьет всех. Так, подождите. Что? Эта девочка бабка? Ну ладно, в принципе, я играю за внучка, это хорошо. Так, ну что, погнали делать концовочки, наверное. Хотя нет, я, наверное, навряд ли смогу сделать концовку, потому что хочу оставить на потом. Поэтому, смотрите, тут также есть вот эта вот штука, только без этих. Давай, чувак, закрой меня. Не можешь? Ха-ха-ха, обосрись. Ой, блин, он думал, что он меня закроет. Так тебе и надо, не смог это закрыть. Я слышу бабку. И... это, конечно, не круто. Сразу же, первым делом, давайте проверим осьминога. А сможет ли осьминог меня прикончить? Да ладно! Просто погибает, чувак! Офигеть! Откуда я мог знать вообще? Вот откуда я мог знать? You lost? Офигеть, вот это да! А вот и наш бот. Вот все наши ребятишки играют. Да? Один ребятенок остался? Ой-ой-ой-ой-ой, бабушка-то на тебя напала. Ты
ты лучше убегай давай. Офигеть. Ну, в принципе, ребята, прикольный режим. Если вы хотите продолжение, хотите с таким более крутым монтажом и так далее, я решил вам показать просто как бы ознакомительный ролик, что вообще, да и как есть тут вообще в этой игре. Если вы хотите концовочки, если вы хотите такой прикольный монтажик, вы пишите в комментарии Go продолжение Granny 2 Roblox. Прямо сейчас напиши, я сниму продолжение. Это еще тестирующая версия, скоро выйдет, наверное, релиз этой игры. Это будет очень круто, видите, бабушка еще пока немножко странная, то есть она наполовину разделенная. Это очень странно, конечно, очень странно. Все, с вами был я, Игорь Кудор. Всем удачи, всем спасибо, делайте добро, не забывайте, всем пока!